Вторая попытка ивановцев выиграть грант на оснащение планетария оборудованием провалилась. В заявке была указана сумма 3,5 миллиона рублей. Именно столько средств требуется на оснащение будущего планетария качественным современным оборудованием и приобретение мобильной обсерватории. Однако, несмотря на все надежды, конкурсная комиссия Всероссийского общества знания проект не одобрила. Зато в списке грантополучателей значится научно-издательский проект по разработке и изданию собрания сочинений Анатолия Собчака стоимостью 10 миллионов рублей. В региональном РГО руки опускать не намерены. В ноябре будут пытать счастье снова. Почему не получилось выиграть грант, приходится только догадываться. Мне официальное заявление, что заявка была очень весомой, значимой по деньгам. Это порядка 3,5 миллионов рублей. И, значит, вот, видимо, в таком объеме не смогли принять решение по финансированию планетария. Так объявили мне, ну, не в неофициальных кругах.